Привет. Привет. Я буду быстро задавать вопросы, а ты на них быстро и смешно отвечать. Хорошо. Кого бы ты завела, если бы у тебя был большой дом? Кошку или рыжего из Иванушек? Кошку. Почему? Кошки мне нравятся больше. Сейчас где-то плачет один рыжий из Иванушек. У тебя есть шанс добавить один любой закон в Конституцию. Быстро сформулируй его. Трехдневный рабочий день для всех женщин. Почему всех обделяют мужчин? Если в мире исчезнут все цветы, что дарить на 8 марта? Картины. Почему? Ну, на картинах будут цветы. Егор Крид неожиданно приезжает в Нарьян-Мар и делает тебе предложение. Твои действия. Кто такой Егор Крид? Какую роль ты бы хотела исполнить в кино? Главную. Закрывать или не закрывать лицо ребенка смайликом в Инстаграм? Дело каждого. А ты бы как сделала? А я не выставляю. Ну, выставляю, у меня профиль закрытый. Муж оставил рядом с тобой телефон с открытой страничкой ВКонтакте. Твои действия? Ну, пусть лежит. Не телефон? Нет. Сейчас где-то радуется твой муж. Тебе предлагают 500 тысяч рублей. Нужно провести месяц без телефона и интернета. Справишься? Да. Уеду в деревню. 500 тысяч. Назови 5 российских футбольных клубов. Зенит, Спартак, Динамо. Ну, еще какие-то 2. Какую рыбу запрещено ловить без специального разрешения в Ненецком округе? Семгу. И всю остальную рыбу тоже. Спасибо тебе, ты молодец. Какую рыбу запрещено? Всю. В смысле всю? Любую рыбу. Любую рыбу без специального разрешения нельзя ловить. Что, и сигов нельзя? И серу нельзя? Да.